Нападение на ребенка произошло недалеко от автобусной остановки «Сосновый Бор». Шестиклассница шла к ней по дорожке вдоль трассы, но тут путь ей преградил неизвестный. Мужчина обратился к девочке якобы за помощью и завел в лес. Там он попытался надругаться над ней. От беды школьницу спасла хорошая спортивная подготовка. Он высказал ее адрес угрозы, в том числе и угрозы изнасилования, и в том числе угрозы причинения каких-либо тяжких телесных повреждений. То есть удерживал ее, держал руками. И так получилось, что у него эта хватка-то ослабла. Она ударила его, то есть оттолкнула его и смогла таким образом убежать. Злоумышленника задержали по горячим следам. Подозреваемым оказался охранник одной из автостоянок Кировского района Перми. В прошлом мужчина уже отбывал срок за изнасилование и убийство, но 7 лет назад был условно-досрочно освобожден. Выяснилось, что и после отсидки задержанный не раз попадал в поле зрения полицейских. И все по той же причине – сексуальное домогательство до детей. При этом злоумышленнику всегда удавалось выходить сухим из воды. Не хватало доказательств для возбуждения уголовного дела. Следователи надеются, на сей раз ему ответственности не избежать. Сейчас будем смотреть, может быть, кого-то там передопрашивать. Устанавливается его профиль генотипический, то есть профиль ДНК, и будут проверять по базам, которые имеются в городе, на причастность его к совершению других преступлений. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на совершение насильственных действий сексуального характера». Следователи просят тех, кто пострадал от действий этого человека, обратиться в органы внутренних дел. Елена Иговцева, Михаил Осетров, телевизионная служба новостей.